В Мангистау вновь находят погибших тюленей, и число возросло, их уже 289. Ученые по-прежнему не могут назвать причину мора животных. Мониторинг побережья Каспия продолжается. Первых погибших тюленей обнаружили в минувший четверг. Туши до сих пор собирают на побережье от мыса Урдюк до Баутинской косы в Туб-Караганском районе. Сейчас на месте работают специалисты Жайкаспийской бассейновой инспекции, ученые Института гидробиологии и экологии. Некоторые туши, отмечают специалисты, имеют механические повреждения и, скорее всего, погибли из-за браконьерских сетей. От чего гибнут остальные, станет ясно после результатов экспертиз.